В ТМК «Грин» прошел форум региональных закупок. Актуальные вопросы развития. Представители фонда капремонта, национальной электронной площадки и управления госзакупок региона обсудили с ФРЭО-губернатором Орловской области Андреем Клычковым. Система государственных закупок является одним из ключевых процессов взаимодействия государства и бизнеса. Это, с одной стороны, мощный инструмент контроля, с другой стороны, инструмент, который создает условия для развития, конкурентного развития бизнеса. Поэтому нам так важно постоянно совершенствовать действующие и находить новые механизмы государственного управления, одним из которых является контрактная система в сфере закупок. Мы все прекрасно понимаем, что, с одной стороны, она призвана обеспечить прозрачность всего цикла закупок от планирования до приемки и оценки результатов, а также эффективность расходования бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Особое внимание на форуме уделили применению законодательства о контрактной системе, ведению закупок в медицине и в сфере ЖКХ. Форум стал уникальной площадкой для обмена опытом и разработки единой концепции выгодных закупок.